укутываясь в вечер, леса и улицы, и скверы, и мосты, и снова осень, время встречи, особенное время для души. Скользя по строкам вечно юных книг, рисую красками души видения и исполняя словно песню мысль, танцуя, думая, рождается искусство озарения. Ну согласитесь, как среди детских глаз остаться равнодушным и спокойным? Или как урок, занятие начать, не ожидая просвещения непокорных? Стоп, стоп! Что-то я не очень понимаю. Музыка, танцы, стихи, живопись, дети. Это больше напоминает искусство. Какой-то особый мир, нереальный что ли? А педагог — это и есть особый мир. Он живет сегодня, а думает о завтра. Взрослее и мудрее продолжает играть и верить в чудеса. Он творит, фантазирует, мечтает, философствует. Потому что это всеми изучаемое, обсуждаемое, многоликое, яркое, неисчерпаемое искусство. Искусство быть педагогом. 4 октября в Зарайске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. День Учителя – профессиональный праздник школьных педагогов. Но его отмечают не только те, кто сеет разумные, добрые и вечные, но и все учащиеся. Для последних – это возможность устроить радостный день своим любимым преподавателям и очередной повод засыпать их многочисленными букетами цветов и красивыми творческими номерами. Слова поздравлений и благодарности прозвучали от имени администрации городского округа, управления образования и тех, для кого учитель так и остался второй мамой и человеком с большой буквы. Труд учителя по праву считается самым благородным. Он требует большого терпения, сердечного отношения к детям и постоянного профессионального роста. Ежедневно, каждую минуту учителя вкладывают свои знания, опыт, мудрость, частичку души в своих учеников, искренняя и неподдельная любовь которых дарит им творческое вдохновение и силы на дальнейшую работу, за которую зарайские учителя получали награды и благодарственные письма. В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя, 17 зарайских школьников наградили именной стипендией губернатора Московской области за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта. Желаем всем учителям крепкого здоровья, благополучия и неустанного творческого поиска на благо нашего подрастающего поколения.
Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.